С 1 июня тюнинговать автомобиль законно стало проще. Раньше, чтобы внести изменения в конструкцию, нужно было обращаться в региональное управление ГИБДД и ждать несколько недель, а то и больше. Теперь получить разрешение на тюнинг можно в районном или городском РЭО. Максимальный срок рассмотрения заявки – 3 дня. На примере газобаллонного оборудования. Для того, чтобы внести изменения в конструкцию, то есть установить газобаллонное оборудование, гражданин обращается в госавтоинспекцию по месту жительства или в любое удобное подразделение с заявлением, к которому прикладывает заключение технической экспертизы специальной организации, которая занимается установкой газобаллонного оборудования, о том, что на данном автомобиле действительно есть возможность установить ГБО. Госавтоинспекция по новым правилам в течение 3 рабочих дней выдает разрешение либо отказ. То есть, как правило, выдается разрешение, гражданин получает это разрешение на внесение изменений в конструкцию, затем обращается в специализированную организацию, где это оборудование устанавливают, после чего он снова прибывает в госавтоинспекцию, проходит сверку, то есть сотрудниками ГИБДД проверяется, насколько правильно установлено оборудование и соответствует ли оно техническому регламенту. Если проверка в ГИБДД показывает, что все в порядке, водителю выдается новое свидетельство о регистрации автомобиля. В нем будет отметка о том, что в конструкцию внесли изменения.